1805 году земель Берючего Кута выселили всех казаков, наделив их землями чуть севернее по берегам реки Грушевки. Войсковые старшины Власов, Попов и Максимов основали на новых землях свои хутора, которые стали называться хутор Власовка, хутор Поповка и хутор Максимовка. Для обработки земли казаки нанимали батраков, выходцев из центральной губернии России. Многие из них – беглые крепостные крестьяне или их потомки. В 1806 году Федор Попов приказал своим батракам вырыть колодец для воды. Копая его, они вскоре наткнулись на черную землю, твердую, как камень. Попов приказал накопать несколько пудов этой странной земли, камня, и отправить на подводе в Новочеркасск на исследование. Оказалось, что это каменный уголь, антрацит. В 1809 году войсковой старшина Федор Попов построил первую на Дону шахту колодезного типа с ручным подъемом. В это время на хуторе Поповка жили 12 казаков и 14 крестьян-батраков, которые и были первыми шахтерами.